сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про то, как я готовлю прикормку на карася для ловли, соответственно, на донке. Вот. Для каши нам понадобится две части пшена, одна часть перловочки, одна часть, соответственно, жмыха, одна часть геркулеса и одна часть кукурузной крупы. Устанавливаем все на плиту, включаем плиту, убираем режим побольше. В первую очередь закидываем у нас перловку, ждем, пока она сварится. Для этого нам потребуется минут 20-25. Итак, друзья, варим 20-25 минут нашу перловку. Далее смотрим до готовности. Вот она разварилась. Вот. Далее добавляем пшено. Раз. Перемешиваем. И добавляем еще воды. Добавляем пшено и добавляем воду. Воды наливаем так, чтобы было примерно 2 пальца отверху. Вот. Далее, соответственно, варим еще. Только вода выкипела, можно добавлять жмых. Кто-то его заваривает отдельно, а потом добавляет. Я его, соответственно, сразу прикормку выкидываю, чтобы он немножко пропитался. Чем прикормка пропиталась запахом жмыха. Вот. И стояла. Ну, соответственно, можно еще добавить воды. Не можно, точнее, нужно добавить воды. Соответственно. Добавляем на минимальную плиту. Вот. И оставляем еще чуть-чуть подвариться. Ну, в принципе, каша сварилась, вода она выбрала. Далее выключаем плиту. Оставляем ее постоять на плите, чтобы выбралась лишняя влага.
из каши. Вот. Далее будем присыпать в таз и уже в тазу доводить до того состояния, которое нам надо. Ну, друзья, все, что в принципе получилось, получилась такая каша. Вот немножко вязко получилось, но я думаю, она подсынет нормально будет. Вот, для кормушки, для карася. Добавил я также сюда немного побольше жмыха. Вот. На прикормку для карася будет самое, в принципе, то. Все. Всем удачи. Удачных рыбалок. Ни хвоста, ни чешуи. Yeah.